Пьяный артист стал причиной аварии страшной. Если погиб человек, это горе для близких. Может, слетела давно от известности башня, может, не мыслит себя он без водки и виски. Драма, трагедия. Падает занавес в зале, сам он раздавлен, растоптан, оплеван толпою. Мол, либерал. Пил, играл, постоянно скандалил. Только вчера был для многих кумиром, звездою. Кто первым бросил свой камень в него при народе? Кто стал топтать без суда, без надежды на милость? В нашей стране много ходит убийц на свободе, а невиновным в суде не найти справедливость. Сколько аварий случится еще на дорогах, сколько отмазалось, сколько легко откупилось. Нам бы вокруг посмотреть, протрезветь хоть немного, чтобы понять, почему это с ним вдруг случилось.